Конструкция кольца позволяет использовать специальное приспособление. То есть душка имеет достаточную толщину для раскатки. Подбираем ролик соответствующего размера и плавно прижимая, раскатываем. Теперь на ригеле придаем кольцу идеально круглую форму. Проверяем размер и шлифуем резинкой и наждачной бумагой следы, оставленные от раскатки, придавая дужке правильную законченную форму. Теперь изделие можно полировать. Если в ходе просмотра у вас возникают вопросы, задавайте их в разделе «Факт. Как стать ювелиром».